have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, просыпаемся, и да, у нас алкоголь, который максимально достиг своего уровня, он получает красную степень, поэтому у нас скоро подойдет еще одна баночка, не баночка, ну, бочечка, пока что мы загрузим вот этот, его там всего лишь 20 порций, к сожалению, разлетится он очень быстро, но это принесет нам прибыль. Можно пока что еще каши фигануть. Открываемся. Вот, у нас сегодня дойдет еще 20-ка алкоголя. Вот она уже почти. Она станет красной. Нам важно, чтобы оно дошло, чтобы мы уже забрали ее, поставили на ее место что-то другое. Он у нас уже заказывают. Так, давайте рыбный супчик еще. О, и сладости, все, нам мед нужен. С медом я провтыкал, меда нету. Я здесь сделал чай, воду, в общем, торговля пошла. Давай скорее, пожалуйста. Мне тебя забрать надо. О, оно дотекло, хорошо. Десятку сюда, это очень печально, потому что их можно, оказывается, делать по 30. Да. Так. Ячмень. Давай вот это. Вот это. Чего мне тут? Мне нужно позаказывать для алкоголя разные ячмени, разные это. Поехали, пока что там все продает. Во, эти курильницы, подсвечницы, вот это все. А, мне же нужно вылить еще 20. Что-то я протупил. В одну сколько можно? Значит, во вторую надо вставить. А, это разные. Что-то я думал, что они одинаковые. Есть желтый, есть красный. Они разные, это хорошо. Мне нужен мед. Так, вот этого мне, во-первых, нужно... Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ладно, значит, вот тоже шесть. Шесть. Классно, что его видно, да? Это мне обойдется практически во все мои деньги. Дрожжи, винные дрожжи для лагера. Давайте их тогда... По 5 штучек возьму каждого, обойдется вот так, мне будет дешевле. Все, пошло оно там все вариться, куриться и всякое такое. А, мы же наверх собирались, че это я. На пляж, конечно, хорошо, здорово и красиво, но мы собирались наверх и посмотреть, можно ли что-то сделать с этим чуваком. Оп, уголечек. Уголечек, извините, я заберу, потому что это важно. Его, к тому же, достаточно мало выпадает. Потом заказ будет доставлен. Так вот. Тоже уголь. Где там был этот парень, которого надо откапывать? Дали бы мне динамит. Саженцы, саженцы. Вот это, опять же, скорее всего, это закрытая зона. Вряд ли я откуплюсь просто динамитом. Тут металлы, минералы. Я не знаю, возможно, вы что-то писали с прошлой серии по поводу рыбалки. Извините, я записываю подряд. Поэтому эта серия у нас идет прямо следом за предыдущей. Я ничего не могу сказать по этому поводу. А, вон он, этот замерзший дурачок. Нам нужно его как-то растопить. Его ледяное сердце. Как это сделать, я пока что не знаю. Опять же,
Я не видел ни одного квеста, как оно здесь работает. Для меня это что-то новенькое. Мы в прошлый раз взяли квест по голему. Естественно, оно, наверное, тоже как-то выполняется, но... разбить его... Оно тает, оно подтаивает, но что мне сделать, чтобы... Б тут, кстати, не могу нажать никак. Надо что-то принести, чтобы оно растаяло, но я не знаю что. Тут же опять какой-то круг заклинаний. Кто что знает, можете писать. Я не то, что прям боюсь спойлеров. Я же говорю, игра находится... в разработке, и тут некоторые вещи, оно может работать, потому что... Ну, в смысле, не работать, потому что я что-то неправильно делаю, или оно может не работать, потому что я еще... Потому что еще сам скрипт не работает. Вот, заказ доставлен, отлично. Пойдемте в портал, посмотрим, что это такое. Надеюсь, что я смогу вернуться. Читать. Поднимите бокалы, хранители древнего наследия, за записанные знания, которые не будут стерты с памяти. Зажечь огонь. Древние знания. Открыть. У меня фрагмент рецепта 80. Салат, тост, крем-суп из рыб. Ух ты ж, ю. Открывается на 10 уровне. А как мне фрагменты рецепта получить? Фруктовый йогурт. Йогурт и фруктовый... Это я, кстати, смогу их потом готовить? Подожди, это рецепты, которые я покупаю? Это я не блюдо покупаю, я рецепты покупаю. Крем-суп из репы. Хлеб, масло, варенье, салат, овощи, овощи, салат, латук, тук-тук. 2,26, сосиска 3,92, фарш дважды и потроха. Кстати, это дорого. Луковые кольца, лук, панировочные сухари. Это хорошее блюдо. Картофель фри, картошка и масло, зато недорого. Репа, картофель, масло и сливки. Брокколи, креветка и соевый соус. Давайте вот это вот, обжаренный брокколи возьмем. Я не знаю, где взять креветку. Баклажан на пару. Баклажан, чеснок, перец, перец, чили. Сложные рецепты, конечно, но они типа хорошо окупаются. Потроха, фарш, паприка. Пока я не пойму, что мне, как мне с мясом, мне надо бы с теми ребятами погорячиться. Белый соус, морковь. Сырный пирог. Мясо, овощи или рыба. Рыба у меня, кстати, есть. Мука, масло, яйцо. Креветки в кляре. Муку я уже научился делать. А креветки, кулинарные жиры. Что, блин? Цветная капуста, овощной бульон и лук. Томатный суп. Фруктовый йогурт. Йогурт и фруктовый сок. По 20! Сколько ж его там выйдет? Орехи, фрукты, йогурт. Йогурта везде, кстати, помногу надо. Давайте тогда... Блин, хочется что-то купить? Мне 80 фрагментов, я типа что-то могу даже. Репа, зеленый снук. Яйца, масло, сахар. Это не просто звучит, но опять же, оно... Репа, картофель, масло, сливки. Давайте вот это возьмем. И брокколи, креветки, вот это возьмем, два дорогих таких. Потратим десяточку. Новый рецепт, пюре из репы и обжаренные брокколи. Новый рецепт соевого соуса. Это интересно. Ты ходишь в портал за рецептами, крутяк.
Грибочки-то я заберу. Грибочки лишними никогда не будут. Ну, поехали домой. Видите, какие там мухоморы, ёпперас это. Да, сюда он нельзя. О, там до сих пор... Погодите, каждый день появляются места, где можно копать? Или я просто что-то... Должны быть какие-то простые там блюда. Кстати, деньги-то мне идут. Вроде что-то идет. Я ожидал, что я буду уже гораздо богаче к этому времени. А что вы предлагаете, кстати? Как его можно растопить? Видимо, они уже ничего не скажут, мне нужно решать самому, что делать. Так. Жаровня, может... Я не знаю. Ну, нет, жаровня вряд ли сработает. Я не знаю вообще, что сработает. Потому что я не понимаю местной механики квестов. Вот очень простое объяснение. Я не знаю, как это все работает, именно потому что я не знаю, как это все работает. Так, это скоро. Заказ доставлен, точно. Чай заказывают. А почему? Топлива не хватает. Слива, кстати, нет. О, гри... Стоп, сливки надо заказать. И мед надо заказать. Так, топлива нет, это понятно. Давайте тогда закажем сливки и мед. Перец, масло, репа. Это все появились. Колье и сахар. Йогурт. Ну, йогурта надо. Батат. Вот, можно жареный батат подавать. Тесто. А как мне тесто сделать? У меня же вроде мука есть. Вы работайте, работайте, не отвлекайтесь. Блин, коту никто в воду не нальет. Ну что вы за люди такие? Короче, пашу. Потому что у меня нету места. Можно, конечно, людям типа подавать дешевое пойло. Не сильно оно меняет. Хотя, может, в дальней перспективе оно что-то поменяет. Ну, хорошо. Недостаточно топлива. Давай из вот этого. Так, а жариться мы ничего не поставили? Давайте хотя бы там каши еще. Еще и злаки заканчиваются. Идеально просто. Так, свали, свали. Все. Может всякий бурдяк наливать? А ночь с почем? По 4.47. Я забыл, что мне нужно было, кроме меда. Вот это прикольно, да? Сливки. 5 сливок. Супчик пока что фигач. 5 сливок и 2 меда. Дорого будет.
Ну вот только я дохожу до двух золотых, и игра такая, фигак. Хрен ли ты тут стоишь? Пошел пахать, блин. Ай, что за люди? Два меда. И нужно попробовать сходить за мясом. Не то, чтобы у меня прям денег много, но... Сливки я сейчас хрен куплю. Классно. Сегодня не продаются. Салат лату, кстати, есть вон. Идеальный баланс, сладко-соленый. Мед тогда надо брать 4. Дорого. Купить. Все, поехали отсюда. А, нужно бы, наверное, скинуть еду, которую я приготовил из карманов. Или они сами ее докинут. Вот, я точно не знаю, докуда оно идет. Вот это вот граница того, что они могут сделать сами, и того, что нужно сделать мне. Я готовлю, это понятно. Но все остальное, где они это делают и как это все происходит. Поехали вниз. Я пока не знаю, как растопить чувака. Попробуем внизу пошариться. Возможно, кстати, новые вещи пособираем для готовки. Пока что оно как-то не ладится с квестами. Оно интересно, но я не понимаю, как это делать. А хотелось бы. Ботинок. Вот что мне... Ботинок, скорее всего, для рыбалки предмет, да? Где мне взять удочку? О, ну-ка. Привет, я Вайлет. Не видел тебя тут раньше. Ты кто? Я Фрум, хозяин соседей таверны. Хозяин таверны? Ты, наверное, знаешь кучу историй о своих посетителях. Расскажи мне историю о чудищах и таинственной магии. То есть ты такой любишь, да? Да, папа и дедушка Вуди были искателями приключений до того, как мама и папа поженились. Перед сном папа рассказывал мне историю о своих старых приключениях. Когда-нибудь я покину эту ферму и буду путешествовать по миру, сражаясь с чудовищами и спасая людей. Ты смелая. Именно, я совсем не боюсь чудищ. Если я когда-нибудь его встречу, то сразу же убью своим мечом. Поговорить. О Бобе давай сначала. Ты знаешь Боба? Он мой близкий друг. С ним всегда интереснее всех на этой ферме. Ну и с папой, конечно же. Он взялся из ниоткуда и выглядит очень растерянным. Ему тоже было одиноко, поэтому мы оба быстро подружились. Может, ты не заметил, но он настоящий каменный голем. Некоторое время я присматривала за ним, вдруг он опасен, но оказалось, что он очень добрый. Разве он не чудо? Поговорить. О твоих родителях. С тех пор, как мы переехали сюда... Привет. А ты кто? С тех пор, как мы переехали сюда, мама стала больше меня беспокоить. Ей плевать, чего я хочу. Все, что ее волнует, это Артур и его дурацкие животные. А хуже всего, что папа на ее стороне говорил, что хочу остаться в городе. Но они меня даже не слушали. Я рада, что папа теперь больше проводит времени дома. Но я скучаю по своим друзьям. Поговорить об Артуре. Артур такой трусишка, он весь день один на улице и ноет, жалуется на все, а иногда он спит вместе с родителями. Какой позор, ему ведь уже 5 лет, я пытаюсь научить своего брата быть мужчиной и постоять за себя, но мама и папа ругают меня за это. Попрощаться. Вайлет то, Вайлет это. Привет, Бас. Привет, сосед. Ты должно быть новый хозяин соседней таверны. Кстати, ты проделал великолепную работу. До твоего приезда тут были одни руины. Ради всего святого, где мои манеры? Я Бас, и моя семья приветствует тебя на нашей ферме. Твоя семья? Да, мы с женой Холли недавно приобрели этот участок. Холли Дженейра? Или Холли Маклейн? Так. Новый уровень, отлично. Мы только что переехали сюда с двумя нашими детьми Артур и Вайлет. Истинное благословение богов. Нам пришлось ремонтировать больше, чем хотелось бы, но оно того стоило. С тех пор, как Холли открыла лавку, мы начали получать заказы со всего королевства. Если что-нибудь понадобится, не стесняйся, спрашивай у нее. Построить что? Смотрю, ты наконец-то решился на свою первую постройку. Первый же банк, как объяснить...
сейчас тебе доступны только хлев и курятник. В хлеву можно содержать крупный скот, например, цени коровьи овец, нажмите пробел. В курятнике можно разводить мелких животных, как кур. Справа от каждой постройки написано, сколько таких построек ты можешь. На одну, две, понял. На панели инструментов ты можешь посмотреть доступные тебе ресурсы и не забывай, что у тебя должны быть при себе строительные материалы. Здесь ты можешь посмотреть, во сколько войдет строительного посоха. Что 25 золотых! Как только ты одобришь строительство, он будет вычтенной стоимости материала. В смысле, для тебя это дорого? Да я делаю по себестоимости, сосед. Я разорюсь, если буду делать дешевле. На этом все. Если у тебя есть необходимый ресурс, то при выборе постройки ты можешь выбрать место, в котором хочешь ее построить. Не забудь расчистить землю, прежде чем сколько всего. Иди отдохни, чувак. Остынь. Здравствуйте. Привет, малыш, как тебя зовут? Артур, я вижу, ты не очень разговорчивый. Да. Мамочка мне запрещает говорить с незнакомцем. Все правильно. Я фрум-хозяин таверны. Поговорить? Это твои животные? Да, мама и папа совсем недавно купили ферму. У них очень много работ, но я уже большой мальчик. Помогаю им как могу. Иногда мама разрешает мне кормить курочек. Я их люблю. Под соусом я тоже обожаю курочек. Они очень ласковые и тихие. Не то что поросят. Эти все время визжат и хрюкают. Меня это немного пугает. Эти тоже с соусом хорошо заходят. Вайлет рассказала, что до меня у нее был другой брат, но его съела свинья. А я даже не могу сказать, правда это или нет, но что Вайлет такая девчонка. Она, скорее всего, его пугает, хотя, ну, мало ли. Твоя сестре Вайлет. Она все время меня дразнит, она сильная и смелая, хочет, чтобы я был такой же. Я не хочу драться с чудищами, искать приключения, хочу жить на ферме и ухаживать за животными вместе с мамой и папой. Поговорить о Бобе. Или подружилась с Бобом, тем огромным каменным големом. Она пыталась нас познакомить, но я даже подходить к нему не хочу. Как она его не боится? Он же раздавит нас одной рукой, если захочет. Мне кажется, что лучше держаться от него подальше. Да, чувак, великим героем ты не станешь. Я очень не лажу с животными. Холли у меня с ними обращается. Немного завидую, если честно. Расскажи о себе. О себе, хочешь верь, хочешь нет, но в молодости я был бесстрашным искателем приключений. Мы с братом бродили по королевству, сражались с чудовищами, рассекали их нашими боевыми топорами, наши гривы развивались по ветру. После одной битвы я был серьезно ранен, и именно тогда я встретил Холли. Вскоре после этого я решил, что пришло время сложить оружие. Поселился в городе, чтобы быть поближе к этой замечательной девушке. Ну вот и все, теперь мы женаты, у нас двое замечательных детей, и я счастлив как никогда. Но только между нами иногда по вечерам я смотрю на свой старый топор и вспоминаю шум битвы, адреналин от хорошей драки. Ах, как бы я хотел пережить еще одно последнее приключение. Поговорить о Бобе. Боб? А, тут голем. Он внезапно появился, когда мы переезжали. Я думал, он собирается напасть на нас, но он оказался хорошим парнем. Бедняге некуда было идти, поэтому мы разрешили ему пожить в старом сарае к югу от реки. Иногда он приходит, чтобы заплатить за сарай, но приносит только желуди или горстку камней. Говорили ему, что ничего не надо платить, но он настаивает на своем, что ему нужно быть самодостаточным. Поговорить. Уже поздно, кстати. А Нагити? Та курочка, Холли отдает ее голему, когда мы... Отдала ее голему, когда мы впервые встречались с ней. Она сказала мне, что он выглядел очень грустным и одиноким, поэтому она без всяких раздумий выбрала одну из наших кур и отдала ему на попечение. Холли выросла одна на ферме, поэтому она слишком хорошо знает, насколько важным может быть общение с животными. Это та женщина, в которую я влюбился. У нее золотое сердце. Попрощаться, закрываем таверну, идем домой. Нам бы поспать, иначе... Кстати, неплохо денег заработали. Сейчас мы сюда на второй день вернемся. Потому что тут еще жевать не переживать. Может быть, уровни рас... Хотя, не знаю, посмотрим. Все расходятся, у всех все хорошо. Все свободны, всем спасибо. Алкоголь продали весь, чай продали весь. Очешуительно просто. Заказ пришел. Надо будет сейчас сладкого понаделать. Короче, дорого это все. И готовить дорого, и продавать дорого. Оно себя не всегда оправдывает. И вообще непонятно, что... Ох ты что. Эх.
Ах ты ж темное сусло. Примени, пусть готовится. Суп можно выкинуть сюда сразу. Что там закончилось? Что было первым? А, сладости были первыми, вот они и закончились. Все нормально. Вот, это к утру дотечет у нас. Вот тут то, что оно 10 всего лишь, это вообще печаль. Мне нужны еще бочки. Ну, по крайней мере, сегодня мы ложимся спать не такими нищими, как вчера. Что уже радует. Сколько тебе там на бочку надо? 5 досок. Лишних. И еще 9 гвоздей. Пусть делается. Это бочку мы на ночь поставим делаться, наверное, да? Гвозди долго делаются, это печально. Давай скорее, уже полночь там, наверное. Уже ровно полночь. Ну же! Блин, я отменил, я дурак. Я F вообще-то хотел нажать на топливо, чтобы избавиться от хвороста. Воды надо понабирать, воды очень много поуходило. Мы сегодня, видимо, очень мало поспим. Давай быстрее! Спасибо. Все, пусть делается, поехали спать. Опасно так поздно ложиться. Я не знаю, сколько у меня свечек, кстати. 17 еще нормально хватает. Они не так быстро заканчиваются. И это приятно. Подожди. Все, поехали спать. Сохраняемся. Я думаю, стоит ли нам тогда так дожидаться этого крутого алкоголя? Надо посмотреть, насколько цена меняется. Крутой алкоголь или не крутой? Нет, подожди, это у меня... Дрожжи для Эли. Дрожжи надо вообще позаказывать. Тут мед нужен для Грока. Дрожжи для Эля. Дрожжи для Эля. Давай вот это сделаем. 3 ведра воды ушло, офигеть. А, открываемся. Закидываем сладкое. Дрожжей надо позаказывать, значит. Давайте мы это сделаем прямо с самого утра. Да, значит. Дрожжи для Эля. Дрожжи для лагера. И да, для вина тоже. Не так дорого, кстати. Пусть с самого утра идет этот заказ. Посмотрим, что у нас там сейчас по брожению. Люди чай хотят. Вот, это уже практически готово, смотрите. Оно уже и готово. Иди сюда. 20 этих, 20 этих. А ты когда? А, ты только доходишь. Ну, тогда забей. Это зеленый, вот этот фиолетовый. Вот этот скоро может дойти. Надо выставить алкоголь на продажу. И пойти еще на ферме потрындеть. Люди вон и морепродукты хавают, и все пошло вообще замечательно. А, пойдемте, у нас осталось еще даже 2 золотых относительно того, что мы немножко скупились, немножко тут все-то, но еще не все так плохо.
строить у себя курятник, выращивать... Ну, не знаю, возможно, я взялся не за ту игру. Я вообще, ну, таверна, это же таверна, ты же не будешь все там делать один. Закрыто. А вы... так нельзя. Ну, я понимаю, что у них расписание есть, все дела. О, а это что за местечко? Кажется, я тут не был. Копать, хоронить. Ботинок нашел. Я очень хочу порыбачить. Но, блин, я пока не знаю, как это делается. Хэштег дайте удочку. О, ты вышла. А вы открылись. Вы в 8 открываетесь, видимо, хорошо. Ох ты ж, как тут прям. Привет. Ты же большой мальчик. Можно я тут пошарюсь у вас по дому, да? Краситься, я так понимаю, что здесь ничего нельзя. Ну и в принципе для такой игры это и не нужно. Заказ доставлен. Супер. Базы дети усердно трудятся ради фермы. Конечно же, я буду делать то же самое. Купить животных. Давай поговорим сначала о тебе. Я выросла на ферме, очень похожа на эту. Я целыми днями возилась с животными, бегала по кукурузным полям. К сожалению, семейный бизнес разорился, и моим родителям пришлось продать ферму. Я думаю, они не выдержали этого, и поэтому... Потому что умерли несколько лет спустя. Если бы они были тут, то им бы точно понравилось это место. А в ферме? Всегда хотела иметь свою собственную ферму, но было нелегко отказаться от нашей городской жизни. Базу пришлось продать часть своей лесопилки, и мы потратили... Часть лесопилки. И мы потратили почти все наши сбережения на недвижимость и ремонт. Но я думаю, что это было правильное решение. Теперь Баз кажется намного спокойнее, когда он может проводить с нами больше времени. Мы получаем все больше и больше заказов. Вместе мы добьемся процветания нашей фермы. Об Артуре. Мой сын Артур напоминает мне меня саму, когда я была маленькой. Баз говорит, что он должен стремиться к большему, но он ведь просто ребенок. Конечно же, ему будет страшно после истории моего мужа, даже у меня морожки по коже, когда он рассказывает об этих больших свирепых чудищах. Вайлет? Вайлет мечтает отправиться в приключения. Она такая же, как ее отец в этом возрасте. Я понимаю, что дети бывают такие, что у детей бывают такие... У детей бывает такое, но я не могу не волноваться. С тех пор, как мы приехали, она очень отдалилась от меня, это пройдет. Как только она привыкнет, но я скучаю по своей маленькой девочке. Кажется, что я все еще, что еще совсем вчера держал ее на руках. Посмотреть товары. Яйца, свинина, витамины, объедки. Предмет выглядит не очень аппетитно, да. Питательный корм, но это для животных, скорее всего. Стол для заготовки корма. Пока это не надо. Я бы взял, наверное, ингредиент мяса. Растительное мясо. Фу, блин, это веганское, что ли? Что вы делаете? Яйца можно, кстати, купить все. Это недорого. Свининку. Куриное мясо, ингредиент. Цена 46. Типа, если приготовить? Возьму свинину. Возьму молока. А, это мне все просто в карманы выгрузили. Ясно. И надо бы сходить с големом еще потрещать. Возможно, голем сможет мне помочь разбить лед у того чувака. Я не знаю, если сказать ему. Вон, глянь там. Твой батя. Отлично. Понимаю. Понимаю. Значит, я еще ничего не узнал. Ну, в принципе, я-то и так ничего не узнал. Я это знаю, но... Пардоньте.
кот, и кот впереди на Федота. У меня нет места. Почему-то некоторые ингредиенты уходят в инвентарь, а некоторые остаются, типа, висеть. Почему? Придется пойти сейчас все сдать. Сложить к себе. Потом возвращаться еще раз на пляж. Потому что все-таки хочу погулять по пляжу за сегодняшний день. До него, кстати, далеко. Бочка-то у меня приготовилась. Иди! Бочка приготовилась, надо бочку закинуть. А бочку я сейчас никак не закину, да? Я красавчик. Придется ждать до закрытия. Так. А, подождите, может быть у меня некоторые ингредиенты и не уходят, именно потому что их некуда уходить. У меня место просто в инвентаре закончилось. Вот эти почем сейчас? По 4,86. Это выдержанное. Инвентарь по... Иди ж ты. Пассати ж ты. Да, мне его некуда положить. А, так, мы можем мясной бульон. Вы издеваетесь, это дорого. Мясо так расходовать. Овощи и перец нужны. А ну за мной гонится курица. Давайте вот так вот меняем. Будем продавать фиолетовое, а не красное. Не очень приятно, но... Типа что есть. Свинина и сусло. Нет, подожди. Мне ж там заказ пришел. Че это я туплю? А мне места нет под заказ. Так, бочку оставь здесь. Мы с тобой потом вечером... Ингредиенты. Что нам там надо было для шашлыка? Овощи и два перца. Пойдем посмотрим, что можем добыть. Коту воду налейте. Что за люди такие? Так, этих мы понабирали. Еда. Овощи. Баклажан ты овощ? Овощ. Перцы. Это не тот перец, это острый. Ну, типа... Зеленый, это картоль. Листья белого чая, листья черного чая, красного. А у меня какой? У меня остался один чай, который мне сидит, мешает. Зеленый. Все это не те чаи. О, перец чили. Четыре оливки, ингредиент, миндаль, огурцы. Раз, два, три, четыре. Черного чая. Чай заваривается по три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А тот потом, ну, как-нибудь... У нас тут картошечка есть. И брокколи. Батат можно, кстати, делать прям
купить. Фиг с вами. Будем пытаться разнообразить те кухню. Куд, блин, пошел дебил. Быстро пахать. Надо некоторые вещи выложить. Потому что иначе трындец. И надо, наверное, будет скрафтить. Так, во-первых, вот это можно сделать. Держи вот так. Не, вот это не особо. Двойной. Все, супер. Это пока не надо, это не надо. Это надо. Так, мясные бульоны, это все, конечно, хорошо. У меня, кстати, заканчиваются злаки. Это просто удивительно. Так, вот эти все вот семена, вот трава, вот это вот все, оно, пожалуйста. С яйцами ничего сделать не могу. А, муку можно пока что сложить. Чтоб только я потом про нее не забыл, пожалуйста. Руда, ерунда, мясо, курильницу надо будет поставить. Это все на место ставится. Курильницу сюда. С места просто трындец. Бочку сюда. Сейчас оно все закроется. Я вот это поставлю. У меня парочка мест освободится. Что у нас по времени еще нормально. Но они это покупают, они это пьют. Каша, блин, радость наша. Так, давайте тогда закидываем кашу. Как раз она и закончилась. Злаков надо будет купить на завтра. Все кипит и все сырое. Что там по скиллам? 3. Тебе надо 3? Супер. Это прокачали. Ты. 2. Тебе надо 3. Ты. Это вполне может сработать. И ты. Тебе нечего. Работает, работу выполняет. Супер. Ну блин, я на пляж сегодня тогда опять не попаду, потому что мне не хватает времени. Мне надо тут разобраться совсем. Воды понабирать, кстати. Тренды я, ну, в это заглядывать не хочу. Какая-то обувь. О, кстати, обувь. Пока что все, что связано с рыбалкой, я опять же сложу в сундук. Потому что я не рыбачу, оно занимает место. Это очень печально. Я бы хотел рыбачить, но я еще не знаю как. Значит, вот это нафиг, червяки нафиг. Отлично дружит с губкой Бобом. Да, морская звезда. Есть такое. Лучшие друзья вообще. Каменные блоки можно, кстати, выложить. Строительный раствор используют при строительстве. Есть петли, есть куча всего остального разного и прекрасного. Кстати, красные распортили очень быстро. Воду закинули. Хавчика у нас хватает. Алкоголь расходится очень быстро, и его жестко не хватает. Вот это скоро будет фиолетовым, вот это скоро будет фиолетовым. Вот это уже фиолетовое. Это можно пихать в продажу. А получается, у меня нету ничего, что я мог бы поставить за... О, не-не-не-не-не, так нельзя. Мне нужно что-то ставить на продажу. Тогда идите сюда. Оно делается, да? Оно делается. Но оно займет еще какое-то время. Это печально. Я опять отменил. Твою за ногу. Закрываемся.
О, заказ как раз доставлен. Зачем там кнопка отменить? Ну, я понимаю, что она вроде как отдельная, все. Зачем она такая явная? Поехали экспериментировать с готовкой. Чего хватает, чего не хватает. Как раз до следующего дня мы немножечко сможем поднаготовить всякой гадости. Так, почему я до сих пор не могу? Перец. А острый перец... А, это прям вот такой перец нужен. Я понял. Я видел, что на перце чили было написано, что это овощи. С этим у меня все нормально. Просто как-то думал, что... Да, а оно нет. Быстро поехали в магазин. Белый соус. Болгарский перец, брокколи, зеленый лук. Тоже овощи. То есть он, по сути, овощ, фрукт. Пшеница, рожь. Кстати, вот этих вот мне не хватает. Пшеничной каши-то можно взять. Там оно, так, репа. Не-не-не, так нельзя. Сахарный тростник. Семена подсолнуха. Соевые бобы, тыквы, фисташки, черника, шпинат, чечевица. Магазин полностью поменялся практически. Дрожжи для теста. Здрасте. Купить. Меда бы еще, кстати, купить. Я уже очень много потратился, мне нет столько денег. Тут по-другому деньги не зарабатываются, так они зарабатываются очень медленно. И как-то... Кстати, Б. И Б. Сколько это хорошо, но это хорошо. Чай готов. Следующая порция чая. Я думаю, у барменши там хватит мозга его поменять и всякое такое. Ладно, ребятушки, эта серия затягивается. Давайте тогда уже на этом будем заканчивать. Я этот день завершу, сохранюсь, встретимся уже на следующий день. И мы прямо, наверное, сходу пойдем прямиком на пляж. Тут у меня будет заряженная еда и выпивка, и всякое такое, мы сможем спокойно пойти отдохнуть. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.